Всем привет! Посмотрите на этот скриншот. Видите? Просмотры из рекомендаций. Если вы тоже хотите попасть в рекомендации TikTok, то это видео точно для вас. Досмотрите это видео до конца и узнаете, как это сделать бесплатно. Для начала давайте поговорим про основные аспекты ведения аккаунта в TikTok, которых почему-то не все придерживаются. Качество видео. Старайтесь создавать оригинальный контент, который вызывает эмоции и которым хочется делиться. Частота публикаций. Выкладывайте видео чаще. Ну хотя бы раз в 1-2 дня. Это поможет вам быстрее набрать аудиторию и, конечно, научиться хорошо снимать. Тренды. Следуйте трендам в ТикТоке. Например, если появился какой-то новый мем или новость, вы можете легко снять видео по этому поводу, лететь на волну и легко попасть в реки к вашей новой аудитории. Для этого повышайте насмотренность. Смотрите чужие видео хотя бы по часу в день. Только не слишком долго, а то залипнете и вообще ничего не будете снимать. Взаимодействие с аудиторией. Постоянно отвечайте на вопросы и комментарии ваших зрителей. В ваших видео призывайте их писать эти самые комментарии. Лайкайте комментарии и видео, в которых вас отмечают. Выстраивайте классные, стабильные отношения с вашей аудиторией, чтобы люди хотели больше смотреть ваши видео. Скорость. Если вам нужно быстро попасть в рекомендации, то на FastFame есть специальный тариф для рекомендаций, где ваши видео будут смотреть живые люди, что поможет вам набрать новую аудиторию и быстрее попасть в рекомендации. Сейчас покажу, как это работает. Берем телефон, открываем браузер и заходим на сайт fastfame.ru. Спускаемся чуть-чуть ниже, нажимаем на TikTok и выбираем просмотры. Я выбираю просмотры с гарантией. Они придут быстрее, чтобы вы убедились в качестве работы сервиса. Нажимаем «Выбрать тариф». Заказываю 10 тысяч просмотров. Дальше нас просят указать ссылку на наше видео. Копируем эту ссылку из TikTok и вставляем ее в это поле. После этого нажимаем «Перейти к оплате». Здесь нас просят ввести адрес электронной почты. Указывайте вашу настоящую электронную почту, чтобы заказ закрепился за вами. Я вставляю свою почту. Готово. Выбираем способ оплаты карты России и нажимаем кнопку «Оформить заказ». Нас перекидывает на сайт Тинькова. Но, конечно же, оплатить можно картой любого банка. А еще можно оплатить вообще без ввода карты, что я и собираюсь делать. Для этого нажимаем «Еще способы» и выбираем «СБП». Нажимаем «Оплатить в приложении». В моем случае это Сбербанк, в вашем – ваш банк. Авторизуемся и нажимаем на кнопку «Оплатить». Вуаля, заказ оплачен. Нажимаем «Обратно заказ». Кстати, за накрутку просмотров TikTok уже давным-давно не блокируют, разве что их могут списать через некоторое время, но для этого у FastFame есть гарантия, по которой абсолютно все просмотры восстанавливаются, поэтому рисков тут вообще никаких нет. Ну а если заказывать живые просмотры, то и списывать ничего не будут. Ну а пока просмотры летят на мое видео, как и обещал, расскажу про бесплатный способ. Для этого открываем Telegram, переходим в чаты, ищем специального бота, FastFame Bot. Вот он. Нажимаем «Начать», нажимаем на кнопку «Услуги». Кстати, услуги на сайте fastfame.ru и в этом боте одинаковые, поэтому пользуйтесь тем, чем удобнее. Далее. Вводим секретный код. Пам-пам. Отправить. После этого указываем ссылку на наше видео, вставляем ссылку и отправляем ее боту. Указываем количество бесплатных просмотров. В моем случае это 100. И указываем почту, чтобы заказ закрепился за нами. Я буду указывать ту почту, которую уже указывал на сайте fastfame.ru. Отправить. Заказ принят в работу. А это значит, бесплатные просмотры уже в пути. Что ж, давайте проверим результат нашего заказа просмотров с гарантией. Заходим в TikTok. Обновляем страницу и видим, что у нас уже 20 тысяч просмотров. Хотя я заказывал всего 10. Вот этот результат. Теперь вы знаете, как попасть в рекомендации. Ну, а если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я все прочитаю, на все отвечу. Дело за вами. Всем удачи, пока!